Дикий случай в Красноярске. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как из распахнутого окна жилого дома выкидывают маленькую собаку. После удара о забор несчастный пес отлетел на землю, но каким-то невероятным образом смог подняться. Все случилось на улице 60 лет октября. Полицейские в короткие сроки нашли виновника. Мужчина пояснил, что спал, когда его укусила собака. Он разозлился и, не разобравшись в ситуации, выбросил тойтерьера собственной матери на улицу. Хозяйка сразу отправилась с животным в ветеринарную клинику. Специалисты говорят, что от мгновенной смерти пса спас небольшой вес, всего около 2 килограммов. Как только будет получено заключение медиков о состоянии здоровья собаки, будет принято процессуальное решение. А если в действиях мужчины содержится состав преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, это жестокое обращение с животным, мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.